5 августа, в День города, футбольный клуб «Орел» примет на своем поле команду «Агротрейд» из Брянска. Соперник «Орлов» находится на последнем месте в турнирной таблице. В активе 3 очка. УФК «Орел» – 5-я строчка и 24 очка. Матч начнется в 17 часов. Хочу пригласить всех наших самых лучших, самых громких, самых активных болельщиков на матч 5 августа. Поддерживайте нас, а мы будем поддерживать вас. Телеканал «Первый областной» покажет матч в прямом эфире. Трансляция будет доступна и на нашем портале. Несмотря на все возможности телевидения, их изобразительных средств явно недостаточно для того, чтобы передать всю атмосферу матча. Если вы пойдете на стадион сами и посмотрите на это замечательное спортивное событие, разумеется, вы получите гораздо больше эмоций, чем посмотрев матч по телевизору. Но мы знаем, что достаточно сложно некоторым людям попасть на матч, и есть та категория зрителей, которая смотрит наши трансляции, мы видим ваш отклик и ради вас работаем. В этот раз мы тоже будем транслировать матч. Это будет замечательное спортивное событие. Мы постараемся сделать его максимально интересным. Чтобы вам не было скучно, в перерыве матча мы покажем наш фильм, который короткий фильм, который мы собрали по материалам военной хроники, для того, чтобы показать, что происходило в этот день 80 лет назад, 5 августа 1943 года.